В Анапе высокий сезон, внимание отдыхающих и жителей города приковано к каждой мелочи. Большую роль в благоустройстве курорта играют зеленые насаждения. На Пионерском проспекте Центр восстановительной медицины и реабилитации «Юность» МВД России заметен сразу. Ландшафтный дизайн здесь на высшем уровне. Конструкции стоят у нас уже много лет, просто они меняются по дизайну. Были композиции одного плана, теперь композиции цветные бабочки, каменный цветок. Цветов много у нас, более 1000 клумб на территории, прилегающей территории. Кустарники постоянно обновляем, поливаем, ухаживаем. Такие изменения заметны. Сотрудники центра уделяют большое внимание благоустройству территории. Видеть такую красоту приятно и сотрудникам центра, которые приходят на работу, и отдыхающим. Вечерами очередь выстраивается сфотографироваться у красивых цветов. Это же природа, натура. Конечно, отдыхающим это приятно, потому что не только морем мы должны привлекать, а зеленью, удобствами и благоустройством. Но не все руководители здравниц настолько щепетильны и восприимчивы к эстетике. В некоторых санаториях под благоустройством понимают несколько клумб с цветами. Прилегающая территория не ухожена. Как театр начинается с гардероба, так и зеленая зона – первое впечатление от санатория. У нас должна быть здоровая конкуренция с новыми здравницами Крыма. И это привлекательно для туристов, для наших гостей озеленение. Они же должны приезжать в чистый город. Готовясь к курортному сезону, руководители здравниц ремонтируют номерной фонд, закупают новую технику и не обращают внимания на благоустройство зеленых зон. Мало купить и посадить растения, за ними еще нужен ежедневный уход. Тогда здравница будет выглядеть солидно, и сюда захочется вернуться в следующем году.